Друзья, буквально 5 минут назад к нам пришла печальная новость. Наш источник сообщил, что информация поступила из одной клиники города Москвы. Как сообщается в сообщении, туда сейчас привезли на карете скорой помощи российского телеведущего программы «Поле чудес» Леонида Якубовича. Его выгрузили из машины и завезли в отделение больницы. Мы пытались узнать, что же случилось с нашим известным телеведущим, но пока молчание. С родными связаться невозможно, никто не берет трубку. С друзьями мы созвонились, друзья нам ответили, что пока ничего не известно. Мы узнали только одно от врачей, что якобы на окраине Москвы была ужасная авария, в которой пострадал Леонид Якубович. Друзья, давайте поддержим Леонида Якубовича. Будем надеяться, что ничего страшного не произошло. Подпишемся на наш канал, нажмем на колокольчик, чтобы не пропускать свежие выпуски нашего канала. А в следующем видео мы постараемся более подробнее узнать и рассказать вам, что же случилось с Леонидом Якубовичем и в каком он находится состоянии. До скорой встречи, друзья, в наших новых видео.